Обезьяна! Лол, обезьяна! Со мной в машине, обезьяна! Лол! Она показывает фак из машины, обезьяна! О, синий! Взорвался, я улетел! Какого? Это нечестно! Он сказал Варпач, давай дрочить. Кого дрочить? Реально, так страшно просто становится, когда ты на краю стоишь такой... Ты... А почему ты не взорвался? Просто я стою с обезьяной. Что это такое? Ой, какие-то останки летят сверху. Гоняю, о, один нам. Вообще прям никакой щей! Еще один упал. Желтые, короче, упали. А ты где? Надо, надо, не. Опять меня взорвали! Да пошли вы в жопу! Братан, ты хочешь прокачать свой аккаунт и добавить доллара в свой карман, но боишься обмана в интернете? Если да, то заходи на g5shop.ru. Это прокачка от Варпача. Да-да, ты не ослышался, это официально моя прокачка, пацаны. Все, слышите? Все, кто хочет качнуть своего персонажика быстро и недорого, то вам ко мне на сайт, ребятушки. Цены дешевле, чем у конкурентов, я вам говорю. Тут есть множество комплектов. 120 уровень, 200 уровень, 400 уровень, 500 уровень, 999 уровень и многое-многое другое. Тут, пацаны, работает целая команда вообще-то. Также есть система скидок. А еще хочу вам сказать, что вступайте в группу ВКонтакте и прокачивайтесь. Также скоро я буду проводить там конкурсы, так что подписывайтесь на группу ВК, чтобы не пропустить объявления. Прокачайся, братан, тут и Варпач тебя не подведет. Хотащ! Всем привет, уважаемые зрители! Сегодня мы играем не в гольф, а в GTA 5 онлайн. С вами Такс и Варпач, да. Всем привет, друзья! И у нас убойные гоночки на... Вот, посмотрите, какой крутой это карте. Это дерби, да-да-да-да-да-да. Но дело в том, что это дерби сделал наш подписчик. Вот он, Болотов 98, а Серега Болотов... О, меня сразу скинули! Вы что, больные, что ли? Меня в свой же въехал! Красавчик! Ребята, здесь 4 команды. Здесь Господи. Было 3 команды, Похо, Торо, Маронга и аннигиляторная пушка. Да, вот, кстати, самый кайф то, что здесь 4 команды, там такое мясо сейчас начнется. Но я, сука, все пропустил, потому что в меня бой же въехал. Ой-ой-ой, как же это... На самом деле, вот по таким кольцам ездить по воздуху, это так опасно. Да-да-да, причем там скорость-то большая, между прочим. Да, машина-то такая быстренькая. Слушай, мне интересно, я-то наверх уже никак не поднимусь. Ой, ой, спасибо, что поставили бочку, она меня спасла. Догда это наш, Догда это наш вроде, да. Догда со мной в команде, сорянчик. Отлично. Врезался, не заметил немножко. А, я умираю. Ну, наше убойное дерби продолжается, надеюсь, я сейчас не упаду сразу вниз. Надеюсь, меня мои не столкнут. Передо мной мусор, подожди, Менца. Что? Гаус пушкой, у нас 4 в сессии. Опять? Это как? Как это? Немцы с гаусс-пушкой, замечательно. Круто, круто, что могу сказать? Немцы, немцы нападают. А ты за какую команду играешь? Я вот за красный. Да хватит меня врезаться! За которых я играл, да-да-да-да-да-да. Свои же в меня врезаются. Оп! Одного убил. Опа. О, 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 о. Я свой. О, о, синенький, синенький, зелененький, блин, тут хрен разберешься. Примерно так выглядит ЕГЭ, да. Да. Зелененький. 100 баллов. О, подожди, нет, сука, там был пробел, в смысле, там не было ничего. Да, вот, вот пробел, я про пробел и говорил. Да, я теперь понял тебя, я понял полностью, о чем ты говорил. Это капец, слушай, минус. Бро, а, это пипец. Да, там просто ничего не было. Болотов создал гонку, играет со мной в команде, вот такой пробел сделал, зачем? Итак, ребятушки, у нас произошло переразделение. Мы с Варпачом не понимаем, в какой команде мы находимся. Но я скажу, я в команде синих. А я в команде красных. Все так же, у нас 4 команды. Мы напротив друг друга. Да-да-да. Так, я с Болотовым, с Догдой. Слушай, у нас 5 человек в команде теперь. Слушай, у на нас сей раз количество мне... людей. Ой, охренеть, желтых много. Мне надо, знаешь, мне теперь надо повоевать, потому что я сразу сливаюсь, точнее, меня сливают, либо я по и глупости как-то спадывал. Да-да-да, вот я буду аккуратненько делать это все. Оп-оп-оп, уезжаем, свои же летают тут. Страшно, блин. Кто это на такой зелененькой машинке? Хотел меня подрезать тут, а? Так, окей, все, теперь можно идти в атаку, ёпта. А-та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 . О, желтенький упал, желтенький, синий, зеленый. Офигеть, как они толкаются. Капец. Капец! Так, я хотел мансануть, но не получилось. Знаешь, да, такое ощущение, не было. Ощущение, как будто у них тачки круче, хотя тачки-то у всех одинаковые. Нет, 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 аккуратно, аккуратно, аккуратно. Это нужно делать аккуратно. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Братан, давай, жми, жми, жми.
Ну, а, все. Зелененького вытолкнули. Отлично. Командная работа. Так, красный, командная. Так, я в центре катаюсь. Красный. Где ты? Да, я красный. Мы синие. 3-3, смотри, ровно в центре. О, четко. О, дратуйте, Алексей, дратуйте. Смотри, у меня тут в команде чувак есть, который помогает. Что вы думаете? Нам нужен еще один, чтобы столкнуть. Так, подожди, главное аккуратненько это там все пробел, сделать. Там пробел, блин, как ты так сделал, капец. Это было очень опасно на самом деле. Очень жесткий. О, синего почти столкнули, почти. Красный, почти. Вылетел, как так? Капец. О, синий взорвался, я улетел. Какого? Это нечестно. Это нечестно. Он знает же, как это... Ой, кто-то улетел. Как? Это я улетел там, не знаю, последний, нет, я видел, последний. Он же создал эту гонку, ой, дерби. Он и знает, здесь Вау, да конечно, ему там все понятно. Офигеть, как я лечу-то. И мне страшно было бы, если бы честно. Так, я попробую самолет достать все-таки. О, бум. О, капец. Ну, у меня аж машина загорелась, прикинь. А пуканчик? И пуканчик вот подгорает прямо у персонажа. Слушай, он... он дверь закрыл. Дурак. Дерби, наступление пришельцев, да. Да, это такая, знаешь, рампа пришельцев, такие круглые, да, пришельцы, рампы пришельцы такие прям. Пришельцы сделали эти рампы, и пришли они к нам, ну так скажем, с миром. С миром, да. С миром поставили тут рампы и сказали, убивайте друг друга, толкайте, разбивайтесь. Друга, благословим вас на убивание. Ой, да. такая маленькая, такие грязь, ой-ой-ой, сколько вас тут я появилось-то. Я смотрю отсюда, это так красиво смотрится на самом деле с этой... ну, кругли... Смотри, как она, ну ты понял. Да, я понял тебя. Уху! Синенького! Синенького! Вау! Вот это было близко! Синий улетел, капец, так быстро! Ой, это вообще тут так все быстро происходит. Бом! Бич! Get out the way! Вау! Не-не-не-не-не-не-не-не! Держимся, разворачиваемся. Вот реально так страшно просто становится, когда ты на краю стоишь. Такое ощущение, что в тебя сейчас... А-а-а-а! Это я тебя уничтожил! А почему ты не взорвался? Подожди. Да? Лол! Я же не знал даже, что это ты едешь. Капец, я не знал, что это взрывается. Я думал, сейчас объеду тебя, не буду трогать. Тебя же в том раунде так же взорвали. Не-не-не, меня по-другому взорвал. Я откинулся просто. В смысле, я не умер от взрыва, я откинулся. Итак, моя красная рубашка и красная машина мне так идут. И что у тебя? А я вот, знаешь, я в желтых джинсах таких и красных макасинах сел в синюю машину. Нет, в синюю сел. Синяя. Вы всегда напротив, я так понял. Все, отлично. Да, походу. А, да пошли вы в задницу. Мне надо показать скилл. Я должен взорвать вас всех. Взорвать, убить, скинуть. Надо не бояться. Я одну бочку заюзал. Надо, не... Опять меня взорвали! Да пошли вы в жопу! Сука, кто тебя взорвал? Да я не знаю, просто, короче, я месиво началось. Я сделал, ребята. Капец, нет, ребята, ну вы сами жесть, видите. Блядь, идиот, сука, лох, блядь, лошара, сука! Я тут вообще бессильный, сука, они меня все убивают, меня бомбит от них, грёбаные сучки. Я просто вниз улетел из-за своей невнимательности, я думал, что пронесет. Офигеть. Наши команды снова поменялись. Я за красных, Леха у нас за зеленых. Мне да? кажется, что состав команды, впрочем, не меняется. Я снова с Алексом, снова с Болотовым. Да. Чувак, Микс Фикс 55. Я не помню, был ли он со мной в команде. Не знаю. Слушай, так, надо это. Так, фары включить. Надо, главное не подохнуть. Я попробую прокатиться по рампе, которая длинная такая, знаешь, прям длинная. Она прям классная, я попытаюсь как-то... Ну, кстати, на ней даже встать можно по-хорошему. А-а-а, как я унес его! Просто забрал! Красава просто, отлично! Ой-ой-ой, желтенький, пошел в жопу. О, Догда не смог, смотрите, повестись на мои уловки. Я опять кого-то снес, лол! Ой-ой-ой. С помощью этой херни. Так, у нас тут война не на жизнь, а на смерть. Пошел в жопу, сраный! Ой, их много едет, да ну нафиг! Ой, синий улетел! Они прям за мной едут! Они выехали! По кольцу? Господи, да, я по кольцу мансую тут! Отстань! Да, я понял! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я тебя не буду сталкивать, будет не по-пацански! Окей, спасибо. Так, желтенький пошел отсюда. Ты на красной? Я на красной, да. Я, по-моему, один в команде остался. Слушай, пока что я живу неплохо. Вау, там кто-то машину хочет поменять.
Это пока надо что быстро. Я живу неплохо. Догда, Догда. Быстро еще с вами надо исправить, быстро Фига надо исправить. Мутит. С тобой Догда в команде, так что ты можешь рассчитывать на победу, в принципе. Во-во-во! О, нет! Нормально, нормально! О-хо-хо! Тут вообще вакханалия началась! Поехали, Догда, отсюда! Ну их нафиг! Я спас Догду! Кирюх! Так, они за мной выехали! Вам меня не поймать! А, это ты за мной выехал? А там сзади еще едет кто-то, только с другой команды. Желтенький. Надо сейчас поймать. Оп. Да, я пытаюсь поймать его. Я улетаю отсюда, уезжаю. Так, он за тобой, кстати, поехал. Красавец. Так, давай, сейчас я его на встречке поймаю. Я на полной скорости вообще гоняю. О, один рамкам. Вообще прям никакой щей. Он просто вниз. И еще один упал. Желтые, короче, упали. А ты где? Ты кстати, один остался. Ты здесь один остался. Нам придется тебя столкнуть. Давай я с Догдой разберусь сначала. Давай, разбирайся с Догдой. Так, а где Догда-то? А мы с тобой один. Я вижу. Давайте, разбирайтесь, хотя мальчики-то. Ты можешь понаблюдать за этим, да. Ну, я наблюдаю, я тут рядом езжу. Езжу, катаюсь. Так, смотри, он тебя прям это... Я его хотел обмануть. Выпиливает. Да нет, это была обманочка, многоходовочка. Многоходовочка, ну да, это хорошее дело, к нам есть многоходовочка. Так. Слушай, что-то вы бы разогнались, вас догнать еще надо? Вау, вот это было сильно. Ох, козел, я вот так хотел вот на это поймать, он сильно. Уже дымит, кстати. Я, если что, прямо за тобой. Вау. Он хотел обмануть, да? Наверное. Слушай, у вас одинаковая тактика. Но тут есть еще один взрыв-пакет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, красная держись, машина. Держись. Я держусь. Давай, вот деритесь. Ага. Так, он хочет поменять тачку или нет? Я не понимаю просто. Я ему это не дам сделать. Так, он хочет столкнуть. Он, наверное, просто... Подожди. Ну зачем ты это сделал? Я его столкнул уже так. Да нет, ну что такой живучий-то? Ты бы его и так столкнул. А, слушай, нет, он выжил. Лол. Я просто думал, ты его и так столкнешь. Я думал, тебя следом за ним просто скинуть. Чтобы, знаешь, как изи победа. Ну давай. Догда, наверное, негодует, почему я ничего не делаю. Догда, так, если ты это смотришь, то да. Разговор, у нас разговор в скайпе. Так, а я пока могу машинку поменять, пока вы там деретесь. Да, кстати, да. Мы останемся с тобой один на один, это будет очень эпично. Да, one vs one. Пытается, что-то он разгоняется, так. Так, это я еду. А у меня... Все, красава, Догда. Все, он упал, молодец. Да? Молодец, да, все. Окей. Догда. Да зачем? Горите в одну, сучки! Я с ним лечу. Просто хотел поменять тачку. Я аж выздоровел немножко. Ой-ой-ой, я тоже вниз полетел, короче. Давай вниз. Да-да, я лечу. Ты где там? Я внизу, короче. Так, а я что-то на здание лечу. Около здания большого самого. Окей, хорошо. Я постараюсь сейчас туда приземлиться. Ой, и на здание лечу, господи. Я на здании застрял, короче. Я отсюда не выйду. А вот, который рядом. Ну да, тут... А прыгай с него, да и все. Окей, лови меня. Давай вот сюда вот вставай, чтоб ты меня не видишь. Я тебя не вижу, нет. Ты вот это здание, вот да? соседнее стекля. Во-во-во, видишь меня? Да, давай. Я прыгну прям вот, короче, прыгаю, все. Так, подожди, где ты? Лови меня. Прыгаю! Секунду, прям, смотри. Вот, лечу, видишь, лечу? Вот он я, нет, вот я он. Я машину вижу. Вот я, короче, Слушай, подожди, а я тогда проиграл, да? Вы выиграли. Лол! Да! Вы выиграли. У меня поражение? Да, как тогда? Хрен знает. Ладно, это было весело. Мы продолжаем! О, да! Дерби. Мы так любим дерби, я сажусь в свою голубенькую машинку, чтобы всех раскатать. Это знаешь такая песня? And rolling. Обезьяна! Лол, обезьяна! Со мной в машине, обезьяна! Лол! Она показывает фак из машины, обезьяна! Полегче. Подожди, где ты? Дай я тебе покажу, где ты? Так, я кого-то убил. Ты кого-то убил. Так, я зеленый вот стою с обезьяной, а где ты? Я хочу просто показать. Я хотел посмотреть на обезьяну, меня чуть не столкнули. Ты какой цвет, скажи мне? Оо, чуть не взорвалось, ты как так, аккуратно. Ты какой цвет? Я голубенький. Окей, я понял. Так, голубенький. А, вижу, во-во-во, смотри, видишь, да, со мной обезьяна сидит.
Лол. Вау! Сзади еще голубенький! Как вас много-то! Во-во-во-во-во! Как вас много-то, да? Да, вот голубеньких-то! Голубенькие заполонили планету, блин, тут. На, да, на, красненький. Вау! Зеленые налетели. Мои, кстати, мои пацаны, мои. Отстаньте от моего пацана. Держусь. Смяли. Смяли, пошли вон. Ай, да капец, да как я... Улетел уже, я видел, да? Да, я четко в середине... Нет, подожди, я не в середину, нифига, падаю. Ты с краю, с краю. Да, прям чуть-чуть с краю упал. Ну, неплохо, неплохо, да, прикольно раунд получился. Возьму зелененький. Окей. Я внизу подерусь. Я хотел вас обманывать, но не успел. Вау, у меня машина просто похожа на смятый тостер какой-то, не знаю, или что это. Ой, от меня обезьяна вышла. Из тебя обезьяна вышла, сущность в виде гномика. Он сказал, Варпач, давай дрочить. Кого дрочить? Варпач, давай дрочить. Да, смотри, он просто сигарету... Это я свой! Лол, просто я стою с обезьяной, что это такое? Ой, какие-то останки летят сверху. Что это за... Это просто... Это очень весело. Мне интересно, столкнут меня, если я вот так вот буду на зеленый кататься? Е-е-е. А ты знаешь, что это я с ним? Сначала обезьяна, потом Иисус. Это черный юмор прям. Так. Отлично. Слушай, я не знал, что читы так работают. Это я свой. Тан-тац-тоц-тоц-тоц-тоц-тоц-тоц-тоц. Так не меня сталкивайте. Тоц-тоц. Ну, в общем, ребятушки, наш ролик заканчивается. Спасибо, что посмотрели его. Рассказывайте своим друзьям, ставьте лайки и подписывайтесь. До скорых встреч. Пока. Всем удачи и всем пока, друзья.